Приветствую вас. У вас второй вопрос. Проблема страха отношений, страха семьи, страха замужества. В силу того, что она, автор вопроса, живет в, значит, в среде кавказских традиций, где есть определенные особенности. Она описывает довольно жесткие условия замужества, развода, совместного проживания, сепарации, самостоятельности, взаимодействия членов семьи и так далее. И все это ей не нравится. Она говорит о том, что большинство семей несчастливы, большинство женщин, находящихся в этой семье, несчастны. Она говорит, что никакого личного пространства, никакой свободы, ничего такого нет. Сейчас она общается с парнем, у которого современные взгляды, но у которого есть незамужние сестры. И она понимает, что если выйдет у него замуж, то, скорее всего, личного пространства у нее не будет, кроме спальни. Она говорит, что замуж должна выйти рано или поздно в любом случае. Вот. Но вопрос в том, как бы вот как, да? Вот, разведенной женщине не позволено жить одной. Замуж повторно выйти немного. Вот. Выйти замуж я должна, заранее узнать всю семью не могу. С одним парнем могу, с самим парнем могу лишь переписываться, созваниваться, то есть знать его поверхностно. Шанса на ошибку нет. Вот и получается русская рулетка. И человек спрашивает, обоснованы ли это страхи или фобии, и что с этими чувствами делать. Ну, вообще, страхи, любые страхи обоснованы. Любые. Понимаете, необоснованность страхов может быть, точнее, необоснованность страхов возникает тогда, когда человек не вырабатывает своего отношения к угрозе. Вот. Когда он либо надеется полностью ее устранить, что невозможно, либо ничего с этим не делает, надеется избежать как-то ситуации. Вот тогда да, тогда имеет место быть действительно необоснованный страх. А так страхи все в принципе более чем обоснованы. Ну, потому что страх это угроза всегда. Что вам в вашей ситуации делать? Да, вот чтобы я мог бы порекомендовать. Я бы вам порекомендовал бы, в первую очередь, наверное, обратиться все-таки больше к человеку, который знаком с вашими ну, традициями, так скажем. Потому что все-таки то, куда вы обращаетесь сейчас, и то, кому вы обращаетесь сейчас, я бы сказал, что мы все-таки больше европейских взглядов придерживаемся. И ценности у нас больше в этом смысле европейские, понимаете? У вас же ценности, традиции и культура другая совсем. И я бы сказал, что, на мой взгляд, не совсем вот корректно было бы давать комментарии такие.
потому что, ну, извините, у вас другая культура, другая страна, вот, другие люди. Поэтому я бы сказал, что нужен человек, который бы, ну, понимал и разбирался бы в вашей вот непосредственно культуре и ситуации. Это было бы, на мой взгляд, по отношению к вам, в первую очередь, честно. Вот. Хотя и могу предположить, что вы с этим не согласитесь. Вот. А что я мог бы вам здесь сказать? Что бы я мог вам здесь, значит, порекомендовать? Брать ситуацию в свои руки, использовать те возможности, которые у вас есть. Вот. То есть всячески защищать себя, как угодно. То есть если вы принимаете решение, да, в любом, например, случае выходить замуж, ну, допустим, если вы вот такое решение принимаете, например, то, соответственно, нужно ну, максимально себя защитить и обезопасить. Вот. Да, элементы случайности вам не избежать. Но, как бы, если вы принимаете, я повторюсь, такое решение, если вы принимаете решение в любом случае, ну, замуж выходить, то вам нужно за это нести ответственность. И говоря об ответственности за свое решение, мы как раз-таки подразумеваем, что вы соглашаетесь на на определенную рулетку, на определенную какую-то вот случайность. Вот, это неизбежно. Вот. Альтернатива является просто не выходить замуж. Вот. Но это уже решать вам. Вы можете, на мой взгляд, да, вот как мне кажется, вы можете решать то, как будет выстраиваться ваша общение и взаимодействие с мужчиной. Вот. Вы можете это решать. Вы можете это, ну, как бы, этим управлять. Вы можете на это влиять. Вы можете это организовывать. Вы можете узнавать человека, как бы, ну, максимально хорошо. Понятно, что 100% гарантии вам никто не даст, но тем не менее. Вот. Это вот то, как мне видится эта ситуация, на самом деле. Вот. Либо вы можете признать, что ценности вам не подходят. Вот. Вы можете признать, что вы человек, скажем так, ну, других взглядов, вот, и, соответственно, перебраться в место, где ваши вот взгляды, что называется, получат поддержку, потому что, ну, вот, в той среде, где вы сейчас находитесь, там, скорее всего, в любом случае вам будет трудно. То есть, да, человек, мужчина, он, как, ну, он как каких бы, да, современных взглядов не был, да, все равно он, ну, как бы, остается продуктом своей культуры.
И не у всех есть вот такая возможность посмотреть как-то, ну, как-то шире, да, на ситуацию. Не у всех есть возможность посмотреть на ситуацию, ну, под другим углом, да, и там выступить против, скажем, ну, каких-то общепринятых, ну, общепринятых позиций, вот. И ожидать, что там, к примеру, ну, к примеру, что ваш мужчина, да, например, будет вот вести себя, ну, так, да, ну, вот, на мой взгляд, это, ну, в высшей степени, как мне кажется, наивно так, ну, вот, так полагать, вот, как мне, опять же, видится. То есть это вопрос, как мне кажется, вопрос именно что вашей личной ответственности. Опять же. То есть на что вы готовы, да? Ради того, чтобы вот реально совпадала с тем, что вы хотите, да, с тем, как вы ее видите и так далее. Вот. Потому что, ну, мне, например, кажется, что вот вы озвучиваете какую-то позицию, а она, ну, в любом случае, как бы отклика вот в среде, где вы находитесь, не найдет. Вот. Ну, просто вот. Просто потому что люди вот, ну, такие, да, вот такие, такая культура. И вы пытаетесь найти компромиссный вариант для себя. Вот. А компромиссный вариант это всегда, ну, как бы, вот, такая история, да, про, ну, про неудовлетворенность определенную, так скажем. И все равно рулетка будет. Но все равно будет рулетка, то есть как бы, ну, никуда не деться вот от этого, вот, к сожалению большому, вот, никуда от этого, ну, никуда от этого не деться, понимаете, да? Вот, поэтому я здесь, я бы здесь, ну, вот, вот ответил бы вам, наверное, так. Это вопрос, вот, вопрос вашей ответственности. Людей не поменять, вам подстроиться будет тяжело. Повторять, как бы, судьбу тех, ну, вот, тех, кто несчастлив, да, вам не хочется. То есть, проблема, как мне видится, заключается именно в том, что вы не готовы сделать выбор. Вот. Понимаете? Вот мне кажется, ну, мне кажется так. Мне кажется так. Когда человек выбор свой делает, да, то есть, ну, вот, когда человек решает что-то, ему в этом смысле становится как-то, ну, как-то проще, как-то вот определенность появляется. Вот. А вы выбрать, ну, не можете, или не хотите, или боитесь, или не привыкли. Вот. Понимаете, да?
Очень важно, конечно, то, как вы поставите себя, ну, вот, с молодым человеком. Это тоже такой достаточно важный момент, потому что если поставите себя с молодым человеком, ну, вот, не так, как вам хочется, да, например, то тоже будут эти вот трудности и проблемы. Но вам сложно себя поставить, потому что как бы общество и так далее. Поэтому я думаю, это вопрос ответственности. Вот. Не нравится ли вам то, как обстоят дела в вашей среде настолько, чтобы реально менять там место своего проживания и так далее. Мне кажется, так. Если не готовы, да, если вас ну, держат что-то, то это автоматически предполагает, что вы соглашаетесь на рулетку, на ошибку и так далее. Как-то так. Но в целом я думаю, что да, и готовность идти против. Против общественного мнения, потому что как бы вы же можете отстаивать свои позиции, просто вас будут осуждать. Вот. И осуждение вообще-то это, ну, результат того, что я иду так, как хочу. Потому что когда меня не осуждают, да, то, в принципе, я, наверное, иду так, как, ну, так, как хотят другие. А тут я иду так, как я хочу. И это вот тоже такой момент, ну, достаточно важный, щепетильный, я бы сказал. Поэтому вам решать, на что вы готовы и как. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам поможет. Буду благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать работу над собой, если вы хотите. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью.